Всем привет! Сегодня в распаковке аккумуляторный пылесос Bosch GAZ-18V10L. А испытывать его мы будем с аккумулятором ProCore 18V емкостью 8 ампер-часа. Поехали! Для начала разберем параметры и комплектацию пылесоса. Он работает на 18-вольтовых литий-ионных аккумуляторах. Способен создавать максимальное разрежение 90 мБ. Скорость потока воздуха достигает 24 литра в секунду. Объем контейнера 10 литров. Вместимость воды 6 литров. Внутри уже установлен сменный фильтр. Пылесос работает с пылью класса L. К ней относятся известь, мел, удобрения, графит, мелкая древесина, глина и прочее. Пылесос комплектуется креплением для шланга. Шлангом с изогнутой трубой. Длина шланга 1,6 метра, ширина 35 мм. Насадкой для пола, набором из трех всасывающих трубок с креплением на корпус, щелевой насадкой и универсальной муфтой для подключения шлангов диаметром 19 мм. Тестировать пылесос будем с аккумулятором Bosch ProCore 18V. Его емкость 8 ампер-часа. Время работы пылесоса 4 минуты на 1 ампер-час. С таким аккумулятором мы получим более получаса непрерывной работы. Он достаточно тяжелый, весит 955 грамм. Срок службы увеличен на 135% благодаря технологии CoolPak 2.0, предотвращающей перегрев аккумулятора. И само собой, он совместим с любыми зарядными устройствами и инструментами профессиональной линейки 18 вольт от Bosch. Переходим к тестам. Начнем с простого. У нас есть 20 литров опилок. Посмотрим, сколько сможет собрать пылесос. А теперь посмотрим, сколько он соберет древесной пыли. Сейчас посмотрим, как он справится с бетонной пылью. Ну и как же без этого? Посмотрим, как он справится с водой. Вот такой мобильный и удобный в работе пылесос. Гарантия на него 3 года при условии регистрации покупки на сайте производителя. Ну, а один из подписчиков получит его в подарок. Условия конкурса простые. Надо быть подписчиком канала и оставить под роликом комментарий, какой инструмент или приспособление Bosch вы бы хотели увидеть в распаковке. В следующем выпуске рандомайзером выберем победителя среди всех оставивших комментарии. А сейчас подведем итоги трех предыдущих конкурсов. Розыгрыш отвертки Works. Для участия достаточно было просто написать, какой следующий инструмент Works вы хотите увидеть в распаковке. Кстати, точно угадали только 2 человека. Что это будет за инструмент, вы скоро узнаете. Ну а победителем становится Иван Мартынов. Секатор Bosch. Для участия требовалось написать в комментариях, как вы будете использовать этот секатор. Победителем становится Дмитрий Налобин. И последний приз – шуруповерт Bosch. Чтобы стать участником, нужно было угадать, сколько отверстий просверлит шуруповерт 20-миллиметровым сверлом. Мы просверлили 9 отверстий, после чего шуруповерту потребовалось время остыть и сделали еще 4,5 отверстия. Итого полных 13 или 14 неполных. В итоге никто из комментаторов не угадал точное количество. Но максимально близко оказались 3 человека, назвавшие число 14. Пришлось прибегнуть к услугам рандомайзера. И победителем стал Питер Руни. Поздравляем победителей! В описании есть почта для связи. Напишите нам. А у меня на этом все. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся в следующем выпуске распаковки. Пока!